Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я расскажу вам о каталоге премьер-клуба, который будет в 15-м периоде, это каталог Oriflame, и его действие будет с 4 по 17 ноября. Кто может заказывать из этого каталога? Он доступен далеко не всем, а только тем консультантам, которые размещают заказ в период действия одного каталога от 150 баллов. Кстати, когда вы делаете 150 баллов, вы не только получаете доступ к этому шикарному каталогу, в котором классные скидки, здесь есть продукты, которых или уже нет в каталоге, или они только будут, и вы можете их первыми заказать. А еще очень важно, то, что вы получаете кэшбэк 10%, а это примерно 800-900 рублей. Это скидка от 3 до 22% с товарооборота лично вашего и всей команды, если у вас есть команды. А также, если два раза подряд делать 150 баллов, уже в третьем каталоге вы получаете скидку 50% на любой продукт, кроме наборов и кроме продукции Wellness. Скидка 50%, просто посчитайте, какая это классная экономия. Вы можете взять сумку, парфюм или дорогой крем Novage. И еще эта скидка будет продолжаться в каждом каталоге, если вы будете продолжать делать по 150 баллов. Если же вы прерветесь, то вам нужно будет опять два раза повторить этот подвиг. Вот. Но это шутка, конечно. На самом деле делать 150 баллов очень легко. Если у вас не получается, посмотрите, на моем канале есть много видео обучающих о том, как организовать личный товарооборот от 150 баллов. И самое популярное видео – это квест от Лилии Донсковой и видео, как не делать 150 баллов, потому что у нас, например, не получается так мало делать. Обычный наш заказ – это минимум 400 баллов и выше. Ну, что-то я заболталась. Давайте приступим к просмотру каталога Premier Club, потому что здесь есть что посмотреть и есть что заказать. Итак, сейчас мы с вами посмотрим не только картинки каталога, я вам покажу кое-что из того, что у меня имеется в наличии. И напоминаю, что каталог начнется 4 ноября и закончится 17 ноября. Только в период действия этих сроков можно будет заказывать из каталога Premier Club. Я вам сейчас покажу с первой странички. Здесь у нас представлена пляжная сумка и пляжное полотенце Aruba. У меня как раз есть полотенце. Сумку я не брала, а вот полотенце на меня произвело просто огромное впечатление. Смотрите, очень яркий, сочный рисунок. Я, кстати, этим набором, ну не набором, а полотенцем пользуюсь уже 2 сезона. Он выглядит как новый, прекрасно переносит стирку, то есть вообще просто идеальный. Очень тоненькая ткань, прекрасно впитывает влагу, и мне безумно нравится на нем загорать. То есть я его в основном использую для загара, потому что, во-первых, с собой мало несешь. Во-вторых, оно легенькое такое, тоненькое, и когда напитывает влагу, оно очень быстро высыхает, и за счет этого, опять же, легко, классно. По размеру, получается, если у меня рост 1,66 м, то я на него укладываюсь полностью, у меня ноги где-то вот так не помещаются. То есть, ну, получается, что у меня ступни и немножечко там щиколотка на песке, но меня это ни капельки не смущает, потому что, в принципе, ну какая разница, это же пляж, и все отлично. Очень красивая расцветка, поэтому прям рекомендую это полотенце, и качество супер. Дальше будет у нас новинка в серии Giordani Gold. Выходит 5 новых оттенков таких сочных, интересных помад. Естественно, у меня пока нет пробников, потому что это новинка. Но ждем с нетерпением, чтобы посмотреть, потому что цвета действительно интересные, неординарные. Мне очень нравится вот этот цвет, мне кажется, это холодная роза. Прям идеальный цвет, который я давно ищу, обязательно его попробую. Если это он, я его закажу. И, в принципе, мне очень нравится качество этих помад Giordani. У меня несколько есть помад из всех серий. Сейчас мы готовимся к Новому году, потому что конец октября, тут останется ноябрь, декабрь, и все, и время пролетит незаметно. И у нас уже выходит новая серия. Секрет, как же она правильно называется? Приятный сюрприз. В серию входит пена, обратите внимание, 300 мл всего за 139 рублей, очень хорошее предложение. Ароматное мыло с бантиком, оно будет в упаковке. И крем для рук «Приятный сюрприз».
тоже красивая упаковка в цвет пены. Ну, все очень здорово. Объем, смотрите, 75 мл, как обычно. То есть все хорошо, хочется понюхать аромат. Надеюсь, у нас он будет представлен, и мы сможем его продегустировать. Ну, написано, что какой-то пряный гурманский аромат. Ну, такой новогодняя тема. На этой страничке пробники. Я рекомендую обязательно выписывать себе целый набор, потому что приходит он в красивой косметичке, вот как здесь нарисовано, именно в такой сумочке, на замочке. Вам придет полный набор пробников, очень много парфюмов, ароматов и помад. И, конечно, будут в отдельных таких тестер-пакетиках кремы для лица, чтобы вы могли подегустировать и дать, самое главное, клиентам. Многие задают вопрос, ну как же набрать заказ? Так возьмите с собой набор пробников, дайте людям понюхать, помазаться, посмотреть, примерить это на себя. И тогда будет, конечно, как побочный эффект, это заказы. С этой странички мне вам даже нечего показать, но я видела сумку и кошелек, и видела все эти палантины и очки. Качество бесподобное, сумка смотрится очень круто, очень стильно. Такое сочетание, кстати, здесь вот как бы синий в фиолетовый уходит, на самом деле очень хороший глубокий синий цвет. И дно у сумки, имитация кожи, такой красивый кожаный материал, и цвет рыжий, знаете, такие два контрастных цвета, но вместе смотрится очень выигрышно. А здесь, обратите внимание, палантин, вот набор платков, тут два платка, они идут в комплекте, действительно можно очень красиво их использовать, например, как модель, сделать такой сарафан пляжный, очень прикольно смотрится. Так, двигаемся дальше. Что здесь я могу сказать? Ну, тени, прикольное, кстати, сочетание, такое вечернее, черный с золотым. Далее, такие пудровые рассыпчатые тени для век, морозная бронза, прохладная мята. И я вам покажу пудру. У меня оттенок естественный, и я им, кстати, сейчас пользуюсь, уже, наверное, темноватый он. А вот покажу, какой он. То есть он, в принципе, надо вот на кожу немножко насыпать. Смотрите, то есть он на коже исчезает. Это профессиональная серия The One. Пудра просто бесподобного качества. Я ее обожаю, всегда беру, когда она со скидкой. Кстати, у меня есть клиент, который ждет эту пудру, просто ждет безумно. Я, наверное, сразу предложу 2-3 штуки взять, потому что с такой большой скидкой это редкость, когда бывает такая пудра. Здесь есть оттенок прозрачный, раньше я его всегда брала, потому что его вообще не видно на лице. Он выглядит как белый тальк, но когда наносишь на лицо, особенно если у вас тон на лице, то он просто незаметен, и все. А помады у меня нет вам показать, я такие не выписываю, Color Box, их очень хвалят, но я не люблю такую простую дешевую упаковку, поэтому я предпочитаю Giordani, ну или The One. А, интересный карандаш, обратите внимание, он выкручивается, его не надо точить, черный и золотой, такой бронзово-золотой оттенок, тоже прикольно будет смотреться. Здесь у нас лаки, лаки бесподобные, у меня сейчас на ногтях тоже лак The One, многие частенько путают, думают, что у меня гель-лак, ши-лак на ногтях, нет, это наш обычный лак, просто внизу база, сверху закрепляющие прозрачные средства. У меня из того, что здесь представлено, оказался только один лак, античная бронза. Кстати, меня часто спрашивают, когда я им крашу видео, какой у вас лак на ногтях, посмотрите, какой он красавчик. Так вот, у меня негде его капнуть, показать бы вам. Ну, я могу его капнуть, где-то беленькое что-то нужно найти, чтобы вы посмотрели, какой богатейший цвет. Вот, давайте я сюда его капну, сразу достану крем, чтобы потом не испачкаться. Вот, смотрите, на белом фоне вам будет хорошо видно. Это просто атас. Мы его называли майский жук, этот лак, потому что он весь переливается, как крылья у майских жуков. То есть это что-то бесподобное. Тут и золото, и зелень, оливка, охра. То есть здесь чего только нет. Просто такое богатство на ногтях. Прям рекомендую этот лак тоже. Он такой стойкий, быстро сохнет, держится шикарно. Что тут говорить? Это мои любимые лаки. Я предпочитаю The One, ну, если говорить о наших сериях, даже Giordani, мне The One нравится больше. Следующее, на что обращаю ваше внимание, это компактные румяна.
Ну, это просто бомба. У меня эти румяна уже 2 года. Мне кажется, они никогда не закончатся, потому что они такое чувство, что я их даже не начинала. Но я их, конечно, использую только в основном на подзагорелую кожу уже, потому что такой вот цвет дают они. Сейчас я наберу. Когда кистью набираешь, то получается, ну, плоховато, наверное, видно. То есть у них такой вот бронзово-рыжеватенький, коричневатый оттенок. То есть тут собираются спрессованные шарики разных цветов. Посмотрите, как это красиво. Очень стильно смотрится. Обожаю эти румяна. Но вот жалко, что не могу ими круглый год пользоваться. Тушь 5 в 1. Ну, кстати, я могу сказать, что она точно такая же, как 5 в 1, которая в каталоге номер 15 идет в наборе. Такая точно кисточка, такая точно формула туши, только праздничная упаковка красненькая, если вы любите такой красный цвет, я, например, очень люблю, но я обожаю все цветное, и мне не нравится, когда тушь, например, там в черном футляре, я люблю такие вот яркие классные вещички, тушь самая лучшая. Так, здесь блеск для губ Хамелеон, сначала наносится он такой прозрачный, а потом он становится яркий. И вот здесь на картинке показано, что он такой розовенький. На самом деле губы прям получаются яркие, аж чуть ли не малинового цвета. Кисточка всего 199 рублей. Кстати, очень хорошая цена. Так, что-то она у меня сломалась. А, приклеить надо. То есть как она работает? Ну, вот она у меня просто сломанная. Отклеилась. Вот так раз. Закрывается, открывается. Закрыли, например. Пудру набрали, закрыли или попользовались. Если набрали пудру, закрыли, с собой взяли в дорогу, и она у вас, как бы, не надо тащить с собой еще и пудру дополнительно. Во-первых, герметично закрыто все, гигиенично очень. И очень хороший ворс у этих кисточек, очень набивной, хороший, качественный ворс. Ну вот я ее долго-долго эксплуатировала, что у меня уже, видите, изменился цвет верхнего колпачка, может быть, он с чем-то рядом лежал. Хотя вот по идее должен быть такой вот черный тоже. А вот сам ворс, то есть вы видите, он даже вот, ну, не сыпется, не ломается. Потрясающего качества кисть. Я очень рекомендую. И особенно она круто работает с румянами в шариках. Из этого у меня ничего нет. Но я видела в деле все. Потому что я часто снимаю обзоры, видим все в бизнес-центре. Мне очень нравится вот этот органайзер для косметики. Очень красивый, стильно сделан, удобный, хороший формат. Здесь нарисован, кстати, написан его размер. И он просто такой вот девичий, такой классный. Вот прям обязательно по себе взяла, но мне прислали в подарок бьюти-кейс, тоже такой серый с розовым, поэтому я уже не буду его заказывать, хотя я на него запала с первого взгляда, когда я его увидела в бизнес-центре. Здесь косметичка содержит дорожный набор. Тут всякие нужные вещи, которые бывают такие нужны в маленьком форматике, да, чтобы с собой много не тащить. То есть это такой вот именно дорожный вариант. Ну и здесь щеточки всякие, разделители тоже в комплекте идут в шарике. То есть такой новогодний шар можно подарить, на елку повесить, можно просто себе взять. И здесь набор пилочек, они маленькие. То есть они небольшие для того, чтобы использовать, выкинуть и взять новенькую. Так, здесь что на этой страничке у нас? Водонепроницаемый чехол, кстати, удобная вещь. Освежающий спрей для ног, апельсиновая вода. 199 рублей. Я брала такой спрей, у меня еще тут много. Он мне абсолютно не понравился запах. То есть я ожидала приятный апельсиновый такой вкус, но этот аромат мне совсем не нравится. Я хочу, чтобы он быстрее закончился, но вот он никак не заканчивается. На самом деле, из всех дезодорантов, которые в Oriflame были, самый вкусный — это аромат клубника и ревень. Если он будет когда-то повторяться, я его, наверное, возьму целую упаковку, чтобы мне его хватило на несколько лет. Потому что мятные все, вот на обычный дезодорант, все-таки рисковатые запахи. Но он работает. Самая главная его функция, вот я убрала уже, то что мы распыляем его вот так вот на ноги, меж пальчиками, везде на ступни. И снимается отечность, неприятные запахи все нейтрализуются. То есть, да, эффект вот этот, конечно, классный. Но еще хотелось бы, чтобы он, ну, как бы приятно пах. Так, дальше. Гель для душа Олива. Вот такой вот гель. Олива и алоэ, у него, знаете, такой вот, ну, зеленый такой аромат. Ну, я даже не сказала, запах. Запах, потому что все-таки он такой более какой-то мужской. Мне очень нравится, когда Миша им пользуется. В принципе, запах приятный.
гель по качеству балдежный. Посмотрите, какой густой. Вот я его перекатываю. Очень концентрированный, хватает его надолго. Да, мы его берем. Кстати, это новая прям упаковочка, уже взяла заранее, потому что периодически хочется не чего-то сладенького, фруктового, то есть, да, все равно приедается. Иногда хочется вот такого. Вот мне нравится, например, лаванда у нас был набор, тоже такой, ну, вроде бы немножко рисковатый аромат, но он бодрит. Вот. За счет этого он мне нравится, поэтому мы его периодически тоже берем. Так, здесь у нас мыло классное, пляжа Майами, 59 рублей всего. Далее маска у нас идет, то есть это гель для лица огуречный, вместо крема такой легенький, для молодой кожи классно. Мыло шикарное, Моана, тоже у меня часто такое мыло, и сейчас посмотрела, 3 кусочка лежат в заначке, но я их все-таки, наверное, приберегу на подарки малышам, потому что это очень красиво, это очень вкусно, это мультик, который малыши любят, а скоро праздники, надо будет всех одаривать, поэтому пусть будет. И классный набор для ухода за лицом, в него входит сразу 3 вот таких малюсеньких таких кремика, но, к сожалению, у меня только 2 осталось. Это дочкин набор, я ей дарила. Что входит? Абрикосовый сахарный скраб, вот как раз я его в руках держу, успокаивающая черничная маска уже закончилась, и освежающий арбузный гель. То есть гель, он остается на лице, его не смывают, а масочки, конечно же, надо будет удалить. Они очень вкусно пахнут, такой маленький формат, и все приходит в красивой коробочке. Намекаю вам, что это классный подарочный вариант. Следующая серия Elvia Summer Joy. У меня есть парфюм из этой серии. И он у меня абсолютно полный. Я им попользовалась чуть-чуть. Но мне кажется, что этот аромат очень простой. И он очень летний. То есть это вот, знаете, когда весна, начало лета, когда еще нет жары, такое все только начинает цвести. Вот такой аромат, одуванчиковый я его называю. Ну, такой, знаете, простой. Вот для меня он, конечно, простой. Я люблю более сложные запахи, но он достаточно стойкий. То есть серия Elvia, она, в принципе, стойкая, отличается этим. Чем хорош набор? То, что он набор. Тут и парфюм, и гель для душа, и крем для, ну, такой лосьон парфюмерный, все с одним ароматом. И вот представляете, как это круто, когда вы помылись, помазались кремом, добавили ароматы, да, капельки, несколько пшиков, и все отовсюду пахнет одинаково вкусно и одинаково. Самое главное, что аромат друг друга не искажает. Вот, что здесь? Poza Secrets, новый аромат. У меня Poza есть только классический. Этот аромат я не поняла до конца, я его не выписывала, потому что для меня он какой-то немножко, как сказать, грубоватый, что ли, или слишком вызывающий, может быть, да, может быть, он слишком вызывающий, и я не готова просто его носить, но он необыкновенный. Возьмите пробник, обязательно возьмите пробник, потому что, может быть, это именно ваш бомбический аромат. У него, конечно, бесподобный дизайн, но я устояла, пока держусь. Ну, вы знаете, что вкусы меняются, и периодами бывает, что хочется одного какого-то аромата, потом совершенно этот уже не нравится, хочется чего-то другого. Но это нормально, у девочек так всегда. И немножко для мужчин. Есть чем их побаловать. Мыло. Классный большой кусок мыла, 100-граммовый. Он как будто бы несмываемый. Очень рекомендую, приятный аромат. И я вам покажу, у меня есть гель для душа. И шариковый дезодорант «Лидер». Кстати, офигенный аромат «Лидер». Мы взяли Мише весь этот комплект. И сначала мне аромат не очень, как бы. Ну, не очень. А потом, вы знаете, только раскрылся, и я говорю, слушай, аромат-то балдежный. И он что-то стоил тоже прям копейки. Весь набор выходил за 500 рублей. И я думаю, что же мы так мало взяли? Ну, мы раздарили их много. Поэтому я прям рекомендую хороший ценник. Хороший очень, да, и тоже все приятно. Мужчин тоже надо баловать. Так, что из этого покажу? Вот эти серьги, кстати, я их видела в деле, к ним еще есть ожерелье, вот оно, ожерелье двойное. Оно, знаете, оно такое вот, как будто из Индии привезли. То есть бронза и мелкие камешки какие-то такие зеленовато-коричневые. То есть он такой неброский, но он достаточно интересный. Вот именно вот кого тянет к чему-то такому, вот он выглядит, как будто его сами сделали, ручной работы.
А вот перышко я вам покажу, вернее, крылышки. Крылышко — это мой любимчик, летом я с ним форсила. Тут два крылышка. Один получается ажурное, одно ажурное, но сверху так падает, а одно вот такое эмальное. Надеюсь, видно, а то у камеры захват маленький. Вот такая красота. Посмотрите, я все лето проносила это ожерелье. И посмотрите, какое качество. Цепочка, вот, ну, вот места, где да, больше соприкосновения с телом, все идеально, просто, но как будто я его только купила. Потрясающе. У меня, кстати, есть еще и серьги к этому ожерелью, но здесь они не представлены. Мужские очки. О, почему же я их не взяла вам показать? У Миши такие очки, и они идеальные, просто шикарные. Ему очень нравится качество линз, и они так стильно смотрятся, лучше в 100 раз, чем на картинке. Очень красивые вот эти у них стекла, это не стекла, это пластик. Очень красивые, очень качественные. Шикарные женские очки, но мне они, к сожалению, не подошли по форме. Некомфортно. Я завидую тем, кто в них ходит, потому что они смотрятся очень красиво. У них стекло такое вот прозрачный красный цвет. Ну, он такой вот розово-красный, очень богатая форма, капля, она всегда, да, сейчас актуальна, это модно. Зато у меня есть вот такой платок, а я вам его не взяла показать. Небольшой платочек, он именно такой нашейный. Очень красивое сочетание цветов, то есть основа черно-белая, и с одного края идет зеленый. Зеленая такая полоса, с другого такая красновато-рыжеватенькая. Очень стильный платочек, я его ношу с зелеными брючками на шею и с белой блузкой. Очень круто смотрится. Так, что здесь? А ничего я вам не покажу. А, покажу. Одно ожерелье еще у меня есть с этой странички. Тоже любимчик, фаворит моего лета 2018. Вот этот мак. У меня также есть и серьги. Я брала себе вот эти два комплекта. Они на меня произвели просто неизгладимое впечатление. Я не устояла. Хотя хотела воздержаться от покупок бижутерии. Но вот есть некоторые вещи, которые, ну, просто невозможно устоять. Вот такая красота. Я прям рекомендую. Немножечко про сумки. Все сумки видела. Очень хорошее качество. Очень интересно. Вот эта сумка красавица, просто неописуемая. Но у нее, она такая крупноватая. Смотрите всегда на размер сумок. Прикольная вот эта сумка. То есть такая классическая Эмилия. Ну да, надо посмотреть. Можете видеообзоры посмотреть на каждый продукт на канале YouTube. Здесь у нас завершаются всякие вспомогательные продукты для того, чтобы быть, да, как аксессуары, имиджевые, чтобы быть профессионалом, да, нужно иметь аксессуары. Рекомендую всегда брать вот эти пакетики, набор 25 рублей, 10 штук, я в них отношу всегда заказы клиентам. И завершает наш обзор румяна. Смотрите, только для участников премьер-клуба купи любые 3 оттенка и получи 4-й в подарок. Здесь 3 цвета. И у меня есть естественное сияние 32081, я вам их и покажу как раз. Вот такие вот румяна, у меня уже они, наверное, больше года я пользуюсь. Ну, их хватает невероятно на долгое количество времени. Кто-то говорит на 5 лет, кто-то говорит на 7 лет. Но я так долго не пользуюсь, когда шарики уже скатываются, я просто беру новые и все, я люблю свеженькое, чтобы было объемно, красиво. И все-таки кисточкой елозишь там, и кожа попадает. 3 года, да, максимум пользуемся, но я даже, наверное, меньше. Поэтому я люблю всегда открывать, чтобы, ох, красота была неописуема. Вот, в общем-то, и все. Я вам желаю классных покупочек. Желаю вам обязательно быть в премьер-клубе. Если вы в него еще не вошли, то обязательно в этом каталоге это сделайте. Заметила, что я один продукт пропустила каким-то образом. Сейчас вернусь. Секунду, где он у нас был, потому что я о нем особо хочу рассказать. Вот, конечно же, это же крем для ног, увлажняющий лосьон, бесподобен. Это лучший крем для ног, который я пробовала в своей жизни. Смотрите, берем одну каплю, вот просто, и когда наносишь на ноги, то эффект, я люблю наши кремы жирненькие, там, вкусовые, там, со сливой, с вишней, вот будет новый крем с гранатом, они прям жирные такие, а этот лосьончик, он какую-то гладкость делает, то есть наносишь на ноги,
он впитывается быстро достаточно и оставляет такой гладкий шик. Вообще ножки как будто отполированные. Вот я его очень люблю. Кстати, я его покупала, ну, не планировала брать, а как-то делала заказ на офис. И мне предложили вместо платы за доставку несколько продуктов. И я его выбрала. Думаю, да, попробую, интересно. Как мне нравится, я прям его берегу, экономлю. Ну, вы, кстати, можете себя побаловать всего за 249 рублей в этом каталоге. Классный, классный продукт, прям обожаю его. Вот, теперь точно вроде бы все. Все, спасибо вам всем за внимание. До новых встреч. Если видео понравилось, ставьте лайк. А если есть вопросы, пишите в комментариях. С удовольствием со всеми общаюсь. Пока-пока!